Всем привет, зрители и подписчики канала Games APS. Мы продолжаем проходить State of Decay. В прошлой серии мы нашли убежище, пришли сюда, ну, начало игры все-таки. Вылезли на эту бочку и нашли в округе очень всего много интересного, чего нам нужно, собственно, исследовать. Поэтому давайте направляться, где мы еще не были. Мы были уже в двух местах, вот там и там. Поэтому мы направимся в эту палаточку. Надеюсь, здесь не будет зомби. Так, что-то не хочет она открыть. Ага. Везде трупы, везде куча мяса. На самом деле, игра очень сильно напоминает DayZ, только, скажем так, в... Без возможности кооператива. С одной стороны, для такого жанра это, по-моему, очень нехорошо. Потому что все-таки кооператив в таких играх довольно важная составляющая. Плюс еще, да, хочу сказать, что если у вас нет джойстика, играть вам будет на клавиатуре крайне некомфортно. Поэтому советую либо покупать джойстик от Sony PlayStation. Ну, по крайней мере, аналог логитековский есть такие. Либо покупать джойстик от Xbox 360. Вот я, например, на Xbox-овском джойстике чувствую себя вообще просто хорошо. Так, давайте взглянем на карту, куда нам еще можно сходить. Ну, в принципе, вот в эти края можно попробовать сходить, а здесь у нас... Так. Угу, давайте сюда сходим. Хотя вот там была машина, попробуем. Где-то вот, по-моему, в тех краях была машина. Сейчас мы попробуем ее взять. Нет, все-таки где-то там. Так, давайте по карте посмотрим. Ага, вот здесь была машина. Сейчас мы туда сходим. И попробуем чего-нибудь интересного там найти. Так, там зомби за нами увязался. Хотя вроде... А, вот там зомби есть. Давай сейчас с разбега так его. Нормально. Так, я же надеюсь, машину-то брать можно? Так, здесь полезного, по-моему, ничего нет. Шум. Давайте попробуем все-таки как-то в машину зайти. Давай. Нормально валят. Так, короче, по-моему, никак. Ой, зря мы это сделали. Ладно, хрен с ним. Хорошо, давайте двигаться в сторону, куда мы, собственно, и запланировали. Вот сюда, попутно еще вот эти три палатки исследуем. Ну, а, кстати, давайте посмотрим, насколько большая карта. Карта на самом деле очень большая. Довольно-таки приличная. Это, конечно, не может не радовать. Во всяком случае... Я же говорю, мне очень нравятся подобные игры. Но, конечно, жалко, что нету кооператива. Так бы уже было прохождение выживальщиков, скажем так. Так, здесь у нас имеются еще одни зомби и ящик, который можно исследовать. Мертвые зомби. Dead zombies. Так, у нас здесь есть снеки и одна упаковка пейнкиллеров обезболивающего.
А, вот теперь оно переключается. Хорошо. Я думаю, вот на это поставим. Так. Здесь, по-моему, можно еще как-то выбирать, значится, убежище. Вот да, нажимаем вверх и, значится, попадаем в убежище. Storage area. Окей. С этим мы еще, думаю, в дальнейшем разберемся. Угу. Так, идем дальше. Distance gunshots. Head toward. Так. Ага. Нужно там кого-то завалить. А у нас патронов-то нет нифига. Так, канистра. Канистра — это хорошо. Булькает вообще шикарно. Так, ну, блин, прикольно. Петроль-бомб, бензиновая бомба. Нет, чтобы бензину нам дать. Телевизор. Хрена тут делать телевизор. Да. Так, еще снеки и обезболивающие. Тоже хорошо, на самом деле. Так, дальше пошли. Еще нам одну палатку, и можно двигаться туда, на чекпоинт. Это, скорее всего, был какой-то лагерь для отдыхающих. И вдруг пришли зомби, и всем стало плохо. Так, large backpack. Backpack. Так, хорошо. Я хочу тебя поменять. Так, ладно. Чувак. Выкинули маленький рюкзак, и теперь мы, по идее, должны взять вот так. А этот мы теперь сможем equip X. О, отлично. Этот можно куда-нибудь выкинуть. Я слышу зомби. Где-то там вот они, ладно. А. Где, где? Так, что-то нам там показали для того, чтобы прикончить. Казнить, вернее, зомби, надо нажать левый shift и X, кажется, или Y. Так, ну что ж, пошли туда, посмотрим, что там есть. А там зомби ходит. Зомби мы всегда должны валить козлов. Ах ты сволочь, ты там кого-то захавал. Ух, блин. А патронов у нас... А, ты сейчас их всех, я так понимаю, перестреляешь, да? Продолжай стрелять. Мы тут тебе немножко поможем, конечно, с зомбями. Ну, как же ж без этого? Хорош. По нам попадешь.
говорит: «Дерьмо собачье, с тобой все в порядке?» В общем, я шла в лесу, и на меня куча этих психопатов напала. Ну, судя по всему, в общем, если не учитывать эти моменты, говорит, то со мной все окей. В общем, говорит, у нас есть база, в которой собираются выживальщики, но у нас нет времени для того, чтобы сориентироваться на местности. Так, Mission Opponents. Opportunist, так, вернее. В общем, нужно сюда вернуться. Побежали. Так, вот главное сейчас тут не набросать, чего не надо. У меня коктейли Молотова были включены. Так, давайте что-нибудь сожрем. Как жрать-то, я уже забыл. А. На правую кнопку верхнюю. А, да, блин. Ладно. Обойдем. Так, мы почти добрались уже до убежища нашего. Все же я хочу попробовать завести машину и как бы покататься, потому что это довольно интересно. Ну, во всяком случае, я надеюсь на то, что они здесь в бете реализовали возможность ездить на машинах, потому что и в управлениях есть такая возможность, и, собственно, в игре должна быть возможность ездить на автомобилях. Какого? А тут все, блин, плохо совсем. Так, в общем, надо проверить здесь все. Мы, в общем, вернулись сюда, а тут, короче, полный трэш и угар. Зомби здесь хорошенько похозяйничали. Сволочи, говорит. О, кажется, сейчас ему придет конец. Твою мать. Поможем, конечно. Слушай, чувак, мне кажется, тебе хреново. Да, нужно, конечно, валить отсюда. Давайте соберем все, что есть. Пошли. Давайте заберем здесь, чего у них осталось. Если у них вообще чего-либо осталось, конечно. Так, хорошо. Немножко патронов. Может, у вас оружие здесь было? Да, что-то нет у них нифига. Ладно, двигаемся. Куда нам нужно двигаться? Вот сюда. Я думаю, попробовать завести машину, все-таки подбежать к ней. Может, у нас открылась возможность. Да, блин. К управлению, конечно, надо еще привыкнуть немного. Я знаю точно, что в игре есть возможность управлять транспортом. Короче, говорит, нам нужно доехать в город и найти кого-нибудь живого.
Jesus, Ed, why did you do that? I don't know. I figured if he had a radio, there must be somebody on the other end. Говорит, нужно нам рации, в общем, найти. О, нормально. Dad, are you there? Oh, shit. Hello? Can you hear me? Who is this? Listen, we're stuck up here on Mount Tanner. My friend needs medical attention. Can you help us? Can you make it down to Spencer's Mill? Some of us are holed up at the church. If your friend doesn't look too dicey, we'll let you in. The church in Spencer's Mill. We're on our way. Короче, говорит, нужно двигаться в церковь. Спенсерс Милл. Так, во, теперь мы можем сесть в машину, хорошо. Так, теперь покатаемся. Надеюсь, так, конечно, да, привыкнуть бы к управлению еще. Не, сюда мы точно не поедем. Так, у машинки, по-моему, бесконечное топливо, насколько я понимаю. Так, давайте остановимся. Посмотрим карту, где здесь можно еще объехать. Так... Ну, только здесь, на самом деле. Хотя еще есть вот здесь. Но я думаю, сюда мы добираться не будем. Поэтому нужно попробовать. Попробовать объехать где-то здесь. Давайте вниз съедем. Да, вот думаю, отличное место, чтобы объехать. Ага. Объехали, блин. Давайте попробуем через по реке проехать, что ли. Ну да, вот он, обломанный мост. И мы никак, по сути, не сможем. Да, к сожалению, не сможем. Ладно, давайте доедем до моста, там посмотрим, что можно сделать. Может, как-то с разгона все-таки попытаемся. Давайте попытаемся с разгона, что уж там. Сейчас осмотрим, конечно, этот мост. Да, с разгона тут явно не получится. И больше никаких вариантов объехать это все дело нету. Съезда здесь открытого, конечно, нет. Ладно, давайте попробуем с разгону. Я думаю, так будет достаточно. Эх, да, конечно. Кто бы сомневался. Так, еще одна машина. Мочи козлов. Сейчас, может, если, конечно, машину какую получше найдем, я думаю, можно ее будет взять. Какой-нибудь грузовик, например, или джип хороший. Давайте посмотрим, что здесь есть. Так, есть здесь зомби. Их довольно много. Told you that guy.
Ладно, как выйти с машины? Ага. Так, давайте посмотрим, что здесь есть. А здесь есть зомби, который сразу на нас заагрился. У та стопорище вообще его валит нормально. Ай, камера, камера, уйди. Так, зомби там, кажется, машину. А, дверь ты. Дверь ты пытаешься открыть, да, бедняжка? Ладно, свали отсюда. Так, вы там, я думаю, разберетесь пока. Вас двое все-таки. Так, ну и, собственно, давайте на этом серию, наверное, завершим. В следующей серии продолжим мочить козлов. Мочить зомби и добираться к нашей церкви. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока, не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте vk.com/gamesaps. Всем пока.